How are you? Fine, thank you. От братика, конечно. Комбинат. Ты видел, как я начал такую понять? Да, да, а? Да. Как да, и самохи. Да, видите, они сами все любят. Одинаковые все моменты. Да, да. Я говорю, обязательно заложу. Ничем не хуже. Hello. Hello. Для меня вот это все открывание. Я говорю, надо бежать за спину, вот туда открываться. Ну, вот говорит, нет, нет, там нет, 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 повторение, и потом вообще может поделить нам там. Пошли. Пойдем манекены будем ставить. Лучше будешь встать. Я вот сейчас приду скоро. Давай. Чуйка есть. Я вот это уже узнаю. Настроение в команде отличное, да и после победы все рады были, долгожданная победа. Вот как тут уже говорил, надеюсь, после этой победы вот все будет супер у нас и дальше пойдет победа. Конечно, да, когда после сбора выходишь, вроде хорошие сборы провел, но при этом не получается выиграть. В последних матчах просто уже где-то реально не фартило нам, но хорошо, что это преодолели. Надеюсь, сейчас матч ЦСКА продолжим нашу успешную серию. Как он это сделал? Все понимают, конечно, что это важный матч, но подготовка особо не меняли, что также сейчас у нас одинаково очков, тем более играем дома, и это один из ключевых матчей этого сезона, я думаю, будет. ЦСКА отличный соперник, это дерби, тут, мне кажется, вообще ничего не надо говорить, все знают, что надо биться. Одно слово дерби все говорит.